приветствую вас. Для начала нужно определить, что вставляют у себя ваши страхи. И что это такое, от чего вы защищаетесь, либо чего вы хотите, желание чему вы подавляете. Вот. Это, соответственно, первое, чем нужно разобраться. То есть избавляться от чего на самом деле не нужно. Далеко не лучшее решение, которое вы можете принять. Потому что страх существует о том, что вам есть определенный друг в его сотворении, то есть сотворение не может быть. Тогда избавиться от тех же страхов, да, вы вот словно-то не делаете себе, ну как бы, не делаете себе одолжение, вы не помогаете себе таким образом. Скорее наоборот, то есть, я бы сказал, что это вредительно. И, соответственно, на это нужно обратить вам свое внимание. Именно на раскрытие сестра и работу с ними. То есть, смотрите. Мы с вами сейчас разделим страхи на три таких основных вида, да, на три таких больших категорий. Первое – это реакция на агрессию, реакция на угрозу. Со стороны, внешнего мира, как вам, может быть, кажется, как вы это чувствуете, да, и так далее. Вот. Это первое. То есть здесь речь идет о защищенности. Речь идет о том, что вы, насколько вы себя чувствуете защищённым. Дальше. Следующий страх – это определённые желания, которых вы можете либо бояться, либо себе защищать. Это определенные такие факторы, определенные сомнения, определенные ответы, определенные образы, которые помочь, чтобы вы подмещаете себе делать то, что вам хочется. И последний, третий момент – это момент, связанный с мистическими представлениями. Вот. Здесь тонкость.
момента решаю, чтобы помочь вам представить именно очень интересное представление по этому. Вот. И в этом, опять же, вам можно будет помочь, если вы этого захотите. Если у вас будет такое желание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. Всего лучшего. Желаю вам всего самого доброго. До удачи.